Зачем покупать шаурму на улице, если можно приготовить ее самостоятельно? Домашняя шаурма с курицей в лаваше – простое и насыщенное блюдо, которое покорит вас своим неповторимым вкусом, рекомендую. Приготовим домашнюю шаурму с курицей в лаваше. Предварительно нарезаем курицу маленькими кубиками и обжариваем на сковороде до готовности. Из майонеза и кетчупа готовим соус, выкладываем на порезанный лаваш нашинкованную капусту и обжаренную курицу. Сверху поливаем соусом, также кладем помидоры и огурцы. Аккуратно скручиваем лаваш, формируя шаурму. Слегка обжариваем шаурму с двух сторон на сухой сковороде. Удачи! Список ингредиентов в конце видео. Куриную грудку нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на растительном масле до золотистой корочки, предварительно посолив и поперчив. Тем временем нашинкуйте капусту, огурец и помидор порежьте тонкими колечками. Приготовим соус. Просто смешиваем до однородности кетчуп с майонезом. Формируем шаурму. Я разрезал лаваши на 4 части, на каждую часть вложил капусту и курицу, а сверху полил соусом. Также добавил помидоры и огурцы. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Аккуратно заворачиваем лаваш и слегка обжариваем его на сухой сковороде с двух сторон. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Необходимые ингредиенты. Куриная грудка, 1 штука. Майонез, 4 столовые ложки. Кетчуп, 4 столовые ложки. Капуста, 4 штуки. Кочана. Помидор, 1 штука. Огурец, 1 штука. Лаваш, 2 штуки. Количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. До новых встреч!